Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Battlefield 2. Итак, у нас в пустыню закинуло, да? После снежной равнины-то. Сам это. Мы не знаем, мертв он или нет. Будем надеяться. Иначе. Тогда почему бы тебе не рассказать о корабле? Сангре Дель Торо был зарегистрированным в Панаме сухогрузом, исчезнувшим у берегов Перу в 49-м. И ты понятия не имеешь, зачем он был ему нужен? Или как он оказался в пустыне? Нет, но если он нужен ему, то значит и нам. Удачи. Эй, кажется, я придумал. Все понял. Хэггард. Такой молодой Хэггард. Опаньки. Подстрелили. Вали ее, падлу. Окей, на. Без тебя справимся. Право 2, сваливаю отсюда. Тут слишком жарко. Очень плотный огонь. Буду на связи. Призрак, конец связи. Ладно, поехали. Так. Приехали, и что? Так они пытались найти Сангра Дель Торо при помощи ФНВ. До сих пор не догоняю. Нахрен Кириленко древний грузовик? Думается мне, мы узнаем. Призрак, прием. Это Браво 2-2. Проверь частоту 0-1-1 Альфа. Так, три засечки. Скидываю тебе. Так. Понятно. Давайте начнем. Слева, по порядочку поедем. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Так. Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это мини-гранаты, да? Как я понимаю. Блин. А, еще бы. Так, у меня есть карта такая, нет? Нет. И. Я хоть правильно еду-то, вы мне подскажите. Покуда ехать? Так, дорога есть, ладно. Ну хорошо, приехали мы. Ух ты, как Властелин колец. Духов не хватает только. Итак, ну ничего. Где ты? Повторяю! Вступили в соприкосновение! Ты это где, падла? Я тебя даже не видел, козел! Ладно. Еще я ублюдок. Тебя не видно, а я ублюдок, ладно. Сейчас мы тебя прикончим. Теперь я знаю, тварь, куда к тебе ехать. Никакой музыки. Сейчас я тебе устрою канонаду, падла. Итак. Как она? Как она? Авангард. Авангард. Вот я в авангарде буду. Насажу тебя на пукан сейчас. Опаньки. Нормально. Давайте, я для вас очистил. Конечно, вы же два петуха, ничего не можете без меня. Вот, молодцы. Хоть что-то. Не зря вас кормлю. Далее. Попали, надеюсь, хоть. Так, это мои, ага. Так, где у нас троечка?
Так, обратно. Перезарядимся. Поправим здоровье. Я один за всех, блин, только так гранату просто так теряю нахрен. И за вас, козлять. Так, ладно. Смысла ругаться тоже не вижу. На ботов. Но тем не менее, хоть душу отвел. Вот так, вот я иду, вот, да. А-ха-ха-ха. Я поверху, падлы. А вы внизу, букашки. Блин, все, я вниз спустился, ё-моё. Итак, сохранение произошло. Едем. Доктор. Надо подниматься дальше. РПГ на утёсе. Так. Кто-то еще где-то есть. Блин! Ладно. Не паникуем. У нас сохранялка где-то была, я видел, да. Своими глазами, вот своими двумя глазками, да, я видел сохранялку. Теперь осталось только дойти и перебить этих тварей. Срань, еще русские. Что у нас еще русские? Чем они тебе плохи? Первого приголубил. Второго приголубил. Есть. Так, еще один, два осталось по-любому. Все, да? Ну вот так, я вас всех падал. Твари таких. И едем. Белая карета. В стенах туалета. Человек кричит. Пулемет был, блин. Вижу противника. Я тоже бы его увидел, если бы. Ничего страшного. Я его убил. Для вас. Чтобы вы ходили спокойно. Жили в мирное время, падлы. Ну давай. Кто здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да я даже не вижу, кто стреляет. Так. Теперь сюда. Идем. Вот так. Давайте. Где вы? Но! Неизвестно. Сейчас я вас всех выведу на чистую воду. Так, тихо. Только не РПГ. Блять. Прошу прощения. Так, ладно, ничего страшного не произошло. Конечно, отличный выстрел. Я же один работаю из-за вас. Нашел. Давай. Господи, снайпер, вот кто меня убил. Снайпер, падла. А я его не слышал первые разы-то. А знать бы еще, где этот снайпер. Вон он. Ми-28.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ми-28. Ми-24, ты охренеть. Ай-яй-яй-яй. Как это вертушки мои нахрен? Почему меня тогда убили так быстро? Так, ладно. Так, пол дела сделано. Пристрелили его, ну и слава богу. Ага. Так. Блин. Вот так. Вроде цел сейчас на данный момент. Хрен с этими вертушками. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, ни хрена, ни хрен. Если бы я знал, как с вами воевать еще. Я прям слышу, как у меня пердак горит там сзади. И где РПГ достать, я не знаю. Беги. Сюда беги. Блин, твою ж мать, так, куда беги-то? Беги. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куда бежать-то? Так, патроны, где-то тут патроны должны быть. Меня гасят, загасили, падла. Блин, а как ты, да? Ну их так же, как понимаю, надо гасить.
Не понял ни хрена, ладно. Марло! Марло! Марло, ты собака вообще-то! Марло! Все чисто, все да не все. Блин. Сюда. Где эти вертолеты нахрен? Так. Бля, не так. Так, да не так. Давайте. Ублюдок, куда он подевался? Найдите его. Давай! Ну чё ты, блин? Где ты, падла? Блин, вообще не то! Ладно. Где тут? Так. Где ты, падла?
Давай. Меня кто убил-то, я понять не могу. Кто меня убивает там? О, ладно. Давай. Так. Как это вертушки мои? Прикрывай спину, падла! Так, где второй? Второй. Так. Давай, давай, немножко осталось. Твою ж мать-то! Так, 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 так. Подождите, подождите. Где ты? Ну давай. Давай, падла. Блин, это кончилось. Меняем. Спокойно, спокойно. Где ты? Бля!
Блин. Почему их сразу две-то? Прыгай, тварь! Да что это мать-то? Так, эти прямо летят, ага, понятно. Да что и мать-то? Да что это за хрень-то? Мотанем. Итак. Ой-ой-ой-ой-ой. Бежим, бежим, бежим. Так. Теперь, когда мы сбили эти гребаные вертолеты, давай поменяем обратно на оружие. Все. Все. Ха-хау! Хрен знает, сколько попыток получилось у меня, но... Ладно, обрезать не буду видео. Будет полностью. Теперь... Идем, ну, пойдемте восполним свои боезапасы. Блин, это было, да, сложно. Да мы захватили уже, все. Давай. Шамай. Ура! Ура! Я победил. Гребаные вертолеты. Что не так? Ну не давай. Квадрат, пока я все настрою. Заодно постараюсь разузнать что-нибудь об Игуайне. Да без проблем. Я сваливаю. Вот ты где, Сандра Дель Торо, увертливый засранец. Вот новые координаты. Давай, вторую. Там их три было штуки. Ладно, позабавимся. Нравится мне та машина. Где? Какая машина? Давай. Посмотрим, какая машина тебе нравится. Вот это, да? Иху! Трткутунг! Ага, блин, я забыл, здесь же графика маленькая не такая. Движок. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да все не там, блин. Да мы едем-то правильно. Че вы мне? Не надо петь военных песен. Я ехал, кстати, правильно. Ну ладно. Раз нас сюда не пускают, поедем сюда. Так, я как понимаю, вход где-то там. Давайте посмотрим. Блин, по ходу дела это будет вот три миссии, это будет и будет вся вот эта игра. Если вы думаете, что я из машины выйду, вы глубоко заблуждаетесь. Блин, а придется, да?
Блин, плохо. Не хотелось бы. Ладно. Давай. Где кто есть? Кто, кто в таком тереме живет? Кто, кто? Блять. Опять вертолет. Так, понятно, все с вами ясно. Вы просто падлы. С вами все ясно, все понятно. Так, 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 так. Итак, валим всех без разбора. Некогда вам разбирать свой, чужой, хотел, не хотел, наставил, не наставил, оружие или нет. Просто валим их. Сохранение прошло удачно. Так, блин, вы все видите, я ни хрена не вижу. Давай посмотрим, что здесь у нас. Ящик. Нахер нам ящик. Так. Что-то долго мы идем. Давай. Стоп, стоп. Стою. Нас подстрелят. Подстрелят. Опа. Опаньки. Как я спрятался? Блин! Блин, вот так-то неплохо, да? Неплохо. Стоп! Стоп! Нас подстрелят! Давай. Вертолет, не высовываться, не высовываться. Это безумие. Давай. Блин, не получилось. Не получилось. Ладно. Вот так вот знаю как. Знаю как. Знаю как. Правда, получится, не получится, не знаю. Нас подстрелят. Ну да и бог с ним. Вертолет, не высовываться, не высовываться. И бамк. 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, ну многих-то убил. Ох ты! Тоже мне матрица. Колонны сбивать. Кто там такой шустрый? Ну-ка покажись. Опаньки. Не вижу. Давай, где ты? Господи, вы вместе с ним стоите, воюете. Пристрелите уж его. Вон там. Ты достал его.
Да, конечно, достал, в отличие от вас-то. В отличие от вас, я все сделал правильно. Давай, здесь один вход, да? Так. Кто там еще есть? Давай. Покажись. Так, вы-то бессмертны. На бегу не перезаряжают. Где ты, падла? Тихо, тихо, тихо. Так. Это есть. Еще немного. Где ты? Блин. Так. Вот он. Ой, чуть меня не убил, падла. Чуть не убил. Где твой череп? Здесь. Где? По ногам. Падла. По ногам. У меня такое чувство, что я начал вообще с... Ага. Хороший подвальчик. Мне он нравится. Архитектурное сооружение твое. Вот так. Фух. Вторая точка зачищена. Аллилуйя. Давай к третьей точке. Давай. Сработало. Да, сваливаем отсюда. Будь кем хочешь, ядрен мотор. Эй, хватит жопу чесать. Если что случится, ну ты знаешь. Конечно. Похорони меня на стадионе ковбоев в Арлингтоне, Техас. Штат одинокой звезды. Без проблем. Едем к последней точке. Ого-го! Блин, вот дорога. О, кстати, дорога ведет туда. До этого не было дорог, которые туда вели бы. А здесь есть. Да, именно такая дорога. Черт, от всего этого песка в горле пересохло. Ничего, попей водички. Блин, тихо прячься. Блин, не успел спрятаться даже. Чё за нахрен? Сейчас вы у меня получите людей. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я смогу там залезть? Чтобы совершить возмездие. Обойти их как... О, есть возможность такая.
Падла! Ладно, повторим наш подвиг. Видимо, где-то граница там проходит все-таки. Браво 2-4. Еле, попасть. Там минометы. Смотри карту, братан. Вот так. Все-таки мы прошли. Так что не надо мне тут ля-ля. Кто еще здесь? Говорите сразу, от кого вас избавить. Вот на второй этаж вышел. Так, еще вопросы у отбросов. Понятно. Так. Ладушки, ладушки. Где были у бабушки? У бабушки. Где вы? Не вижу вас. Так. Что-то какой-то снайперский район. Так. Так, еще разок. Вот так. Залазим, смотрим, кто у нас сопротивляется. На. И на. Вы мне только попробуйте тут устроить. Я вам тут устрою. Ну, какая-то автология, так получается. Хорошо. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Давай. Думаю, пошел туда. За мной. Думай. Это тебе полезно. Думаю. Кто там еще имеется? Не вижу. Объект Альфа чист. Вот так. Есть. Я тоже, знаете ли, не кулаком деланный. Похоже, та дорога ведет к антенне. О, черт. Если нас засекут, будем отличными мишенями на спуске. Нормально. Она засекут, это я тебе гарантирую. Так, ну вроде неплохо, да, я разбираюсь с ними пока что. Вижу пункт управления. Если Смит Уотер был прав.
Итак, последняя точка. И точка. И точка. Сейчас бы презентации в PowerPoint рубил. Ну ничего страшного. У тебя тоже весело занятие. Дальше сам справлюсь. В смысле, что еще дальше есть миссия? Блин. Ну ладно, давайте попробуем. Так, поехали. Так. Ого, вон, мне туда, походу, дело надо. К руинам. Проехать через город, через заминирование, все вот это. Хрен там, ага, не пройти. Плохо. Вот так. Я засек его. Ну засек ты меня, и что? Так. Ты видишь, я на машине прорываюсь. У меня твои засечения вообще как-то боком. Они мне просто не дают сбежать в этом мире. Ой. Ну смотрите, я же прошел всего 50%. Я просто молодец. Твою ж мать, ты куда я убежал? Ну ладно, давай сюда тогда. Все равно правильно. Давай. Как я понимаю, это последнее, что надо сделать. Марлоу, молодец! Я их настроил. Ты должен видеть корабль на тактической карте. Мы должны оставаться тут. Твоя работа — найти корабль. Прости, старик. Давай. Буду без оружия, ладно уж. Раз уж на то пошло. Где? Ага. Дальше. Хорошо, по ущелью. Все понятно. Вы меня не пускаете. Давай, что мы имеем? Сила духа. Блин, а как мне залазить? Он же неподтягиваемый. Не подтягивается. Марло, если застрял, слушай. Тебе нужно как-то пробраться через эти обломки. Много где должны остаться масло и бензин. Может, найдешь способ... Ну, как получится. Как получится. Опа, как по... Блин, а как здесь... Так, ну, допустим, вот предположим, на этот я могу запрыгнуть. Но это же мне ничего не дает, правильно? Так. Тут какой-то подвох, что ли, или что?
Так. Блин. Так, ну давайте посмотрим, что в этом контейнере. Ни хрена хорошего. Как мне туда забраться? Я как понимаю, надо по контейнерам как-то стараться, да, ползти? Или нет? Так. Это все для отвода глаз. Я здесь в ловушке, да? Не могу. Не могу. Значит, как-то в контейнерах дело. Так, ладно. Тут бесполезно. Корабль в пустыне. Это же кошмар. Так. Не понимаю. Так. Даже приблизительно нет. О, сюда. Вот так. Вот так стоять. Круто. Круто. Это подождите, это после того, как я туда залез? А мне это надо уже? Спрашивается-то. Логический вопрос. Спрашивается, мне это надо, когда я уже залез туда? Так, и что, они скатились все? Ну вот, аж до последнего. Падла. Когда я уже залез, а зачем это мне уже? Поздно. Ладно. Берем снайперку и будем смотреть, кто на меня злоумышленничает. Никого нету. Это я вижу. Так. Напоминаю, что вы пока бегу, можете подписаться на мой канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Опишите, кто как проходил, сколько времени потрачено было, с каким оружием проходили. Мне это будет очень интересно. Потому что если брать по статистике, то вот в этой игре у меня должен быть любимый пулемет. Но учитывая, какой разброс у него и какой у снайперки, лучше я буду со снайперкой бегать. Потому что убойность хорошая. Так. Не вижу ни хрена. Пустынные метели. Да ё-моё. О. Вот они. Где-то они есть. Вот как они меня видят? Я их не вижу, они меня видят. Какой-то подвох, что ли, или что? Игровой. Давай. Еще разок. Эй, сюда. Вы по-русски еще базарите? Давай, я знаю, что ты здесь не один. Кого ты видишь-то? Кого ты видишь? Ты не должен видеть меня.
Еще вопросы? Давай, его вот сюда прибежал и все. Ой, что-то серьезное на меня. Как вы меня засекли-то? Я вас не вижу, вы меня видите. Ну-ка, давай. Вот так. Да нет у меня, не надо, вон он. Где? Так, тебя я одного видел, ты остался один. Потому что напарника твоего я только что прибил. Где? Ох ты! Вот я его увидел. И тебе в спину. На! Вот такие дела. Вот я, такие дела. Должен был исчезнуть в поисках того, чему не стоит быть. Корабль в пустыне. Интересно. У меня была причина. У всех нас. Возвращение домой. Возвращение домой, конечно. Я нашел его. И все изменилось. Что ты нашел? Так, ну ничего, сейчас посмотрим, что ты там нашел. Твою ж мать, я ни хрена не вижу, куда здесь что идет. Так. Так. Вызвали какую-то реакцию. Так, вот, все. Куда-то пришли. Давайте посмотрим данный сюжет нашего прохождения в компьютерном варианте. Потихонечку, полегонечку, крадись как мышка, что ты толпишься, ой, топаешься, как какой-то неуклюжий солдафон. Так, что ты видишь? Что за оружие? Марло, что-то ты слишком тихий. Дневник? Короче, насчет операции Аврора. Кажется, я нашел ее часть. Че? Чего? Да, детка, сержант, дай сюда. Давай, Престон. Нет, погоди, я подключу Вигвайла. Да. Что? Выходит, что мы знали о существовании скалярного оружия у японцев в годы 43-го. Операция Аврора была самоубийством. Командование посылало людей на смерть. Уайт, Фарадей. Уайт? Так они знали? Конечно. И даже заранее записали их в потери. Хотели выяснить, как действует оружие. Вот так вот. Вот оно. Какие-то японские иероглифы или китайские. Это не важно сейчас. Так. Используй код. Sierra Foxtrot 1079. Префикс армии США, но на нашем уровне доступа он ни о чем не говорит. Сколько там? Трудно сказать. Пока один. Забирай и уходи как можно скорее. Слишком много гадов вокруг. Вытаскиваем всех агентов. Вас понял.
Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Пока!